Самый стилевый и необычный аппарат 23 года. Ничего, фон 2 распечатали черный на 12256. И поверьте на слово, эргономика тут просто шикарная. Он легкий, да, он большой. И он напоминает iPhone 15 Pro Max по своему качеству, потому как он лежит в руке. Экран, он просто охренительный. Симметричные рамки, грамотно настроенный быстрый AMOLED-экран на 120 Гц. При этом это еще и LTPO, то есть с адаптивкой. Что меня больше всего удивило в этой истории, это камера. Первый Nothing по камере был, ну, мягко говоря, никакой. Тут это первый Android смартфон, где мне нравится видеозапись. Она максимально приближенная к iPhone, далеко, но очень похожа. И фотки тоже хорошие. Двухкратный цифровой зум делает свое дело. Насыщенные, в меру спокойные фотографии. Если первый Nothing у нас был, ну, чисто в плане дизайна, окей, камера была никакая, то тут и проц хороший, о нем мы поговорим, и камера, и дизайн удался, и комплект мне очень нравится. Ссылка под роликом.